Всем-всем добрый вечер. И снова с вами я, Внукова Ирина Игоревна, и магазин нижнего женского белья «Жозефина». И мы сегодня продолжаем серию показа распаковок нового товара из Люблино, из города Москвы. Давно я уже не демонстрировала трусики для девочек. Вот сейчас я их покажу. Так, вот эти. Так, я здесь их набирала два вида. Сейчас посмотрю. Так, это вот эти. Нет, значится один вид. Так. Трусики, да, хлопочек. Вот так они сложены. Набираем оптом. В упаковочке по 6 штук разных расцветок. Эти трусики мне заказывали. Это Турция хлопок. Хлопок без кружев по ножке. И вот здесь моим клиентам понравилось, покупателям идет кружевная вставочка. Пока я покажу модельки, а в дальнейшем видео я расскажу полностью о размерах, о товаре трусиков. Итак, я их привезла в белом цвете. Хлопочек, капучино, кофе с молоком, кто как называет. Вот такой же розовом цвете, фиолетово-розовый. Ой, еще ребята сегодня назвали как-то сливовый, но я называю его светло-розовым. Шоколад, хлопочек. И, как всегда, черненькие под брючки, под это. Размеры шикарные. Размеры, сейчас я посмотрю, вот меньшеньких идет на 46-48, но я бы сказала даже на 50. Но остановимся, икселечка на 46-48. 2Х на 48-50. Так, о, я здесь еще увидела телесный цвет. В телесном цвете привезла. Так, и бордовенький. У меня есть бордовые бюстгальтера. И для любителей хлопочка я подвезла и бордовые трусики. Подробней я расскажу в следующем видео. Так, и цену снова напишу, чтобы завтра писать ценнички и раскладывать товар на прилавочек.